Вот закупить, мы бы хотели. Видите, какое важное дело. Крупную партию бананов нам нужна. И в городе кризис. Последние две недели поставки бананов прекратились. Кстати, как я понимаю, мы с ящиком, да, чтобы сушить, обшаривать, ну, как бы, банановых реп. Да. Ну, там не ящик. Ну, там, да. Короче, да, ставлю его перед лицом, такой, а это, кстати, отдайте, без ножа себя режу, как там его. Зачем? Доставлю. Это мы сами съедим. Потому что он будет должен за это в обратно деньги вернуть. Ну, и где же бананы эти брались? Доставлю, мы дел не имеем. Как это не имеете? Это же от вашей гильдии. Он вольный торговец, не входит в нашу гильдию. А где же вы брали бананы, спрашиваю? Бананы доставлялись с юга, но последние две недели корабли приходят пустые или везут что-то другое, и до туда никто не доходит. Клач, Гавандален. Ну, просим войти в наше положение, нам помочь связями или информацией. Как много до Клача ехать? Как пустые корабли. Около недели. А как орангутаны живут без бананов? А что в обратную сторону везут отсюда в Клач? А что везут? Все что угодно. Ну, например, что самое ходовое там? Овощи, там, не знаю, меха, рыбу. Орангутанга. Дерево. Все что угодно. Может что-нибудь докупить, добавить за бананами? Минералы. Знаете, что я вам посоветую? Сходите в порт, обратитесь к капитанам, поговорите, кто из них в ближайшее время пойдет в Клач. И сядем на корабль вместе с ним. И если пойдет, потому что в последнее время и туда неохотно ребята отправляются, а почему, я, честно говоря, даже и не знаю, я с ними не говорил. Ну как-то вас не интересовало, почему не приходят поставки товара? Интересовало, но когда я их спрашивал, они переводили мягко тему на что-то другое. Честно, а как бананы доставляли? За неделю они стухнут. Они их доставляли зелеными, вот как. Это сказочный город, там хоть год... Нет, зелеными их доставляют. Порт достаточно опасное место? Порт? Да нет. Да не абсолютно опасное место. Да, особенно когда с нами страшно. Но все-таки я-то человек понимающий, говорит он раскатистым басом, но не советую вам туда, тем более через тени, соваться среди ночи. С обезьяной, тем более. Тем более с обезьяной. Обезьяна нас защитит. Может быть, нас достопочтенный управляющий гильдии торговцев приютит у себя дома? С какой-то статикой. У нас таверна наша. У нас таверна есть там наша. Ну, это мы пошутили так. Да. Ну что, придется ждать утра. Не, я думаю, во-первых, нужно обязательно все-таки вернуть, чтобы не было потом проблем. Тем более я проголодался очень сильно. Мне нужно поддерживать мои 120 килограмм эльфийского мяса. Короче, задача на вечер. Возвращаем обезьяну в зоопарк, сдаем им. Ждем утра в таверне. Ждем утра в таверне. Потом идете в порт. Потом идем в порт. Ну там перекусываем в таверне, там берем что-нибудь еще. Не упьемся в таверне. Сторож очень просит с вас какие-то экстра деньги, от него разит серьезно алкоголем. Сторож чего, порта? Экстра деньги. Сторож зоопарка. А, зоопарка? Мы ему реповые бананы даем. С вас я бы хотел неустойчику. За что? Мы вернули ее, мы обещали... Но вижу, говорит он, потому что она немножко помята. Да, откуда ты что-то взял? Свои сексуальные фантазии оставь при себе. Она вообще даже пальцем никто ее не касался. Точно? Ты хочешь, проверь. Да, может, мне за беспокойство, не знаю. Реповых бананов. По репе тебе можно навешать за беспокойство. А то очень много о себе думать стал. Я думаю, вот тебе реповый банан, закуси. Вот тебе аргутанша и вперед с песнями. Пока проблем лишь не стало. Думаю, что нам может еще пригодиться зоопарк, на самом деле, в нашем путешествии. Ну и что? Нужно говорить все дальше. Давайте мы друга. Другими способами договоримся. Друга себе завезем. Я могу готов из своей части ему выделить. А я готов сделать нового сторожа в зоопарке. Буквально одним свистком. Из репы? Не из репы, а из... Отдаю ему $3. Из самострела в шею, а потом уже новый сторож. Встает через 297. Он очень довольный и уходит с обезьяной на поводке. А можно и у него еще этот банановый реп в руке? Реповый банан. Реповый банан. Реповый банан. Из вареной репы. Что вы тем временем отправляетесь в барабан. А мимоходом проходя, могу заглянуть в гильдию? Просто мне интересен только вопрос, могу я, если нам куда-то нужно будет плыть? Мимоходом. Не, если нам нужно будет куда-то плыть, могу взять хотя бы пару человек с собой? Ну, типа, что? Да, если ты наглый. Ну, а что наглый? Я же... Утром зайдем. Нет, даже утром уже не быть гильдийцем. Почему? Ну, как? Ну, то, что я решил пойти в стражу, это же не значит, что я ухожу. Кто-то знает. Значит, ты исключился из гильдии. Почему? Официально. Он тоже официально не уходил. Нет, ты тем не менее не можешь состоять в гильдии и быть приключенцем. Почему? Ты либо подчиняешься гильдейским законам, либо ты сам по себе. Но об этом же никто не знает. Ну, да. Все знают, те, кому положено. Ясно. Потому что в тот раз, когда я был на торговой площади, ты сказал то, что я могу помощника себе вызвать.
Ну, можешь вызвать помощников по старым связям, но вряд ли кто-то поплывет там куда-нибудь. А ты засранец. Ну, тоже возможно. Утро давай зайдем. Так мы уже утром. Нет, у вас сейчас. Мы только вернули бы эту обезьяну, у нас, да, уже. Ну, идем в таверну отдыхать, если ничего не светит. Отдыхать, пить, гулять. Да. В таверне, кстати, сидит серьезный такой подвыпивший орангутан, приплясывая под местную музыку. Зря мы сдали. Надо его винище тащить, а не бананов. Видя вас, он садится, скрестив руки на груди, и делает невероятно надменный вид, подняв вверх подбородок и закатив глаза. Эй, тоже похлебнул. Эй, обезьяна, чего лыбишься? Приходишь в сознание от того, что тебя очухивают твои друзья, потому что тебе прилетела табуретка с невероятной скоростью просто. Вы видели эту картину, вы просто видели, как сидит орангутан, после этого он назвал обезьяной. После этого появился в воздухе какой-то неопознанный квадрат. И вашего друга из середины снесло куда-то назад. И там же шкрябли его от стены, как бы. Орангутан показывает вам типа ваше здоровье, потом кричит: «Ук!» А смысловое, высокосмысловое «Ук!» Да. Ну, это единственное, что он может произносить, к сожалению. У тебя, Вил, идет кровь из носа. И лицо такое, знаешь, табуретово красное. Ну что, хили себя? Что я тебе могу сказать? Хилю себя. Вставил вату в нос. Поставить пластырь, вату. Пластырь, вата. Лед. Но когда ты себя хилишь, ты начинаешь ощущать какое-то покалывание у себя в кончиках пальцев. И понимаешь, подхожу, вероятно, ты начал прокачиваться. Подхожу к владельцу таверны, спрашиваю, какие за последний день, ну, как сказать, более-менее заметные личности сюда заходили или нет? Да все постоянные, так же, как обычно. Постоянная сейчас компания. Же ночь, сейчас же должна быть вторая игра. Не, сейчас там у вас весело, внизу, да, игра, скорее всего. Надо еще сыграть? Да, вы, куда сыграть? И вы эту ночь не спали. Почему? Надо выспаться, надо. Я напоминаю, да, что вы уже сутки не спали. Играть так почти. Играть, выспимся на корабле. Нет, прошлую ночь вы уже есть? Нет, вы с утра начали. Да, мы дальше. Да, сюда, да, так, да, не сутки не спали, но все равно. Но будут сутки, если мы сейчас не. Да, сейчас не уснете, то будет сутки. Но потом на корабле. Пару часов-то можно поиграть. А если проиграемся? Почему? Потому что. Или выиграемся. Вы проиграем где-то деньги университета и. Да, и пойдем за новыми деньгами. Допустим, вы можете их поставить. Они уже наши. Они уже наши. Я не знаю, я пойду спать. Я тоже пойду спать, Вилл может один играть. Как-то не пойду, попробую спуститься туда, меня там уже знают. Они против, тебя там не пускают. Отсволочь. Тогда сижу, дальше пью. Пока не отрубаешься. Да. Что утро застигает вас на том же самом месте, как-то не странно. Саня позевывая, точнее Эрл позевывая, спускается с лестницы. Вид распростертое на столе тело вашего хиллера. Хилл, перегар хилла достиг моих ноздрей. Завтрак хотелось бы. Ты тоже проснулся хорошо. Ну конечно, да, позавтракать и собраться в порт идти, выходить. Да, пиво. Да, яичницу глазунью. Этого нашего обычного, самого разбавленного. Съедаю стандартную яичницу глазунью из 8 яиц. С 10 пирожками. С 10 пирожками, да. И окороком. Хорош, пройду травить, сейчас сам уже запрыгал. Один момент. Ну, мы бодренькие. И бодренькие идем. Это чувствую, знаешь, как в книжках тоже у всех, знаешь, там, русские писатели, там, начало 20-го, 19 века, там тоже там так все расписываются, все эти столы, пиршества. Они, походу, такие бедные были, у них настолько кушать хотелось, что они вот в литературе все это отображали. У нас, у нас так же. Или на хавку пробил. Вот тоже, так что, господа. Вот тоже очень хочешь кушать, поэтому такие столы все время. Ну, все поевшие столы я описываю. Вообще никогда не описываю столы. Почему не описываешь? Ты? Когда помнишь, мы в ДНД играли, там столы такие записывал, что. Ох, закачать. Мясо. Да, мясо. Целый стол мясо. Ничего себе ты описываешь. Стол мясо. А ты просто гений. Да, кулинария. И это, так ты не понял, там зомби на столе, это жадно. Стол мяса. Что, следующее утро вы берете повозку или пешком? А зачем повозка? Зачем уже вас домчали? А зачем? Да тут идти-то 2 метра. Да, 2 метра. Ну и так, чтобы 2 метра. Ну все равно мы идем. Там солидно, где-то у вас минут 40, может быть, ну, чтобы дойти до теней. Прогуляемся. Нормально. Да, прогуливая через весь город, вы можете вдыхать ароматов. Всю тысячу его ароматов. Основные из них это такие очень вонючие, которые бьют в нос. Ну а вы привыкли повозку.
нормально. Вы привыкшие. Всю жизнь. И через какое-то время доходите до теней, и пройдя через них, оказываетесь в порту. Да. В тенях достаточно так, достаточно темно даже днем. Темно, да. В общем, это такие, знаете, трущобы. Ну, понятно. Классические, бразильские трущобы. По ним и видно. Да, там алкоголь, наркотики, шлюхи, преступность. Все то, что я люблю. Может быть, но ты же не из гильдии воров все-таки. Гильдия убийц — это достаточно... А что мешает? Как будто бы, не знаю, там... Высококультурные люди. Из гильдии партняжек там не может там отдыхать в этом районе. Ну, мы приходим в порт. Приходим в порт, да. Что там видим? Кораблик. Сейчас мы у вас в порту. Кораблик. Богатый? В порту мы у вас... Или не богатый? Сейчас поставим другую картинку. Заставочка меняется. Загрузка. Да. Загрузка. Прогрузка текстур. Призвоит. Вот это да. Порт ночной. Да, как он тяжелый такой. Порт не столько ночной, сколько просто у вас погода достаточно пасмурная. Ни хрена себе пасмурно. Ну да, такая тяжелые облака. И свет горит. Ты скажи спасибо за картинки. Не ставь. Да, сейчас, подожди, подожди, это же кривовато. Кривовато, как нормально, отлично. Все, да, ты установил слишком все. Вот это вот наш порт, на котором видно пирсы. Анкморпорт. Кому всем видно, что там нарисовано? Или кому-то отсвечивает? Нет, все нормально. Нет, мне видно, что домики, причал. Да, вот здесь причал. Вот дома, причал, корабли. Никого нет. Мы берем любой корабль. Никто здесь просто не изображен. Подводя в порт, фигурки там. Вы наблюдаете обычную портовую жизнь, снующие то сюда люди с ящиками, корабли, лодки. Большинство из них рыбацкие. В общем, ничего такого экстраординарного. А нам же нужно экстраординарного. Рыбацкой лодки мы не поплывем целую неделю до какого-то там. Что, нет ни одного корабля более... Ну, такого, хоть какой-то корабли есть, там очень много кораблей. Есть. Вам нужно обратиться к кому-то, видимо, спросить. Так а где тут главное здание? У кого спрашиваешь? Нет, главное здание, ну, мимо проходящих матросов, там, грузчиков, у кого есть. Где главное здание, где все... Ну, вот здесь местный распределитель вас направляет на определенное здание. Вот идем туда. Хорошо, вы приходите, там тоже кипит жизнь своя. И вас направляют на второй этаж, где находится распределитель порта. Распределитель. О, здорово, мужик! Есть? Да, он сидит там занятый такой, одно перо заткнуто за ухо. Вторым он пишет. Приветствую! И сразу вываливаем кучу бумаг этих. Что такое, спрашивает он? Вы очень надо, очень прибыли надо. Прибыли или отбываете? Мы отбываем. Хотим отбыть до банановой страны. Хватит, да? Извините, пассажирскими перевозками я не занимаюсь. А это вы... вопрос городской важности. Это ответ зависит от безопасности незримого университета и, соответственно, всего города. Так бы с вами сказали. Подробнее, пожалуйста. Нам по особо тайному заданию поручили приплыть... кстати, вообще, еще начнем. Почему поручили выяснить, почему не поступают поставки бананов из близлежащих городов с юга? Мешочек с бананом, там еще ваши фишки же. Да, говорит, там серьезная проблема. Капитан отказывается плыть на проблему. По каким причинам? Южного клада. Это должно знать. Гавандаленда. Почему? Причины травматические, страхи. Страхи чего? Ходят легенды, все это не стоит никакого. Никакого особого внимания. Ну, это все какие-то морские байки. В двух словах опишите. Легенды какого рода? Ну, говорят, какие-то драконы, кракены, черт те что. А, понятно. А почему раньше ездили? Да нет там никого, говорит он. Просто, может быть, пираты, я не знаю. Ну, то есть вы сейчас никого туда не посылаете? Ну, есть отчаянные ребята. Мы никого не посылаем, говорит он. Я лишь занимаюсь... А кто хочет туда поехать? Обслуживанием порта, принимаю грузы, отправляю. А кто из самых скорых по времени туда отплывает из нормального по размеру судна? Ну, не стал бы вам его советовать, если бы у вас не было этих бумаг. Но? Попробуйте судно Инномини. Инномини. Возможно, там вам смогут помочь. Почему я не слышал, стал бы советовать? Ну, мы сможем корабль нанять, да? Это опять-таки связано с местными слухами, пересудами. Вам это знать не обязательно. Например? Как это не обязательно? Мы же на нем поплывем. Хотя бы какого рода слухи? Ну, как вам сказать? Кракены там привидения. Нет, тут все гораздо... Капитан Пинчуги. Прагматичнее. Капитан мутноватый. Говорит, что торговец, но особо мы с ним торговли никакой не вели. История странная. Черт его знает.
Больше никакого капитана нет? Его судно же. Другого судна. Другого судна. Да, может, кого-то еще более прозрачного. В ближайшее время, в ближайшую неделю, я так скажу, никто отплывать не собирается. Этот отплывает завтра, скорее всего. Если ничто ему не помешает. Нам надо было, кстати, договориться с торговцами, что если мы большую поставку привезем бананов, чтобы им потом сбор... Так и так, это мы так и так сделаем. Так и так, бананы с руками оторвут. В общем, судно Иномини, он называет пирс. Где он сейчас пришвартован? Ну и... Ладно. Я всегда. Чувствую, какой желтый. Ты не желтый, я. Ты красного взял сам, зачем? Я не знал, что берите сюда. Все нормально. Идем к Иномини. Идем к этому кораблю. Как он выглядит? Как старая разбитая шхуна. Судно. Судя по тому, что... Судно небольшое, двухмачтовое. Одна... Подходя к нему, видите, что там идет сейчас разгрузка-погрузка. И чего не говорит? И всей этой погрузкой и разгрузкой командует капитан с мостика. Может быть. Капитан достаточно бравый мужичок. Такой достаточно молодой, может лет по 30. Мутноватого вида. Вид абсолютно не мутноватый, такой харизматичный. И он тебе кого-то напоминает, но ты не можешь вспомнить кого. Угу. Бандита какого-то. Да, скорее всего. Контрабандист. Вот за бока у него воткнуты два арбалета раскладывающихся, самострельных. Многозарядных. Многозарядных, естественно. Торговец, сразу видно. Угу. Судно, при том, что оно такое грязноватое, но видно, что оно такое какое-то искусственно грязноватое. Угу. Явно, ну, у вас здесь нет людей, разбирающихся сильно в морском деле. Короче, искусственно затасканного вина. Типа того, да. Подхожу к капитану, протягиваю ему руку в приветствии, смотрю его реакцию. Начнем с того, что тебя на корабль особо никто не будет пускать. Там никто не будет пускать. Ну, корабль, он через по сходням нужно зайти. Ну, да. Ну так вот, мы тут. Но сходней стоит человек, который занимается по-русски, видимо, здесь какой-то мичман. По делу к вашему капитану. Он, может быть, он меня узнает? Нет, он тебя не узнает. А, тогда... Гражданские! Хотите, надо перегрузиться? Документы ему надо показываем, которые что... Нас эти документы, этими документами не удивишь, показывайте. Тогда его. Позови капитана, пускай узнает. Да вот он здесь, говорит, он свистит. Ну тогда отойди в сторону. Говорит, что такое, Джон? За хорошую цену. Говорит, вот здесь ребята хотят с вами видеться. Во-первых, что за неуважительный тон, ребята? Он, ухмыляясь, смотрит на вас, показывая мне некоторые недостающие зубы, некоторые из них золотые. Да вы кто такие? Крысы сухопутные. Могу вас крысами звать, если хотите. Ты смотри, как бы сам крысы. Мы тут с одними крысами уже повстречались, они плохо кончены. Меня ваши истории о истреблении животных не интересуют. Вы хотели говорить с капитаном? Вот он. И где он там, где-то там свесился? Ну, он там сверху стоит. Капитан, у нас желаем, деликатный разговор. Желаем, чтобы вы отвезли нас. Хорошо, проходите, Джон, пропусти их. Но... Вы проходите на палубу. И пока тут матросы вокруг разгружают, загружают, мы слышали, он подходит к вам и жмет каждому из вас руку. Мы слышали, вы идете в Клатч. Желаем, чтобы вы нас перевезли. Может быть, Южный Клатч и Гавандаленд. Соответствующую плату. Как скоро вы будете возвращаться в обратную сторону? Неделя туда, неделя там, неделя обратно. То есть мы сначала в Клатч, потом там еще какой-то город? Нет, в Клатч мы будем просто проплывать мимо, вы в основном в Гавандаленд. Почему больше туда никто не плавает? А черт их знает, трусы. То есть нам от вас требуется как бы доставка в ту и обратную сторону. Что вы можете предложить? Деньги. А, можем ли мы заполучить эксклюзивный рейс сразу напрямую? Да, наше спасибо вам не хватит. И обратно. Боюсь, вам нужен не Клатч, вам нужен Гавандаленд. А, почему? Это Клатч? Еще южнее чуть Клатч. Сказал Клатч. Нет, Клатч южнее. Ты говоришь, с Клатча тоже закупали бананы. Ну, с Клатча закупали, но вам нужен Гавандаленд. Это еще чуть-чуть южнее. Нет, нет, просто вы так неподробно говорили с этим с торговцем. Ну, ясно. Не спросили у него как бы... Путь доставки. Клатч там просто, Петя, перегрузочные порты. Понятно, окей. Короче, нам нужно в Гавандаленд закупить товары и вернуться сюда. Ну что ж, говорит он, рассматриваю вас. $500 с каждого? Я думаю, это очень завышенная сумма за это небольшое путешествие. Тем более. Мы много не едим. Мы готовы себя посмотреть. Предложить в качестве... Мы вдвоем много не едим хотя бы. Знаешь. А у нас есть хиллер, а его можно съесть. У нас есть эльф-лучник, начинающий. Вот. Я могу подхилить матросов, если у них там... Лекарь, что ли? Морская болезнь. А дорогие ли бананы для закупки нам будут? Знает ли капитан об этом? Чтобы там мы смогли какую-то партию... Дешевые взять. Должны быть, если есть. Очень дешевые. Как трава там должна быть. А будут дешевые. Они там? Откуда ж я знаю, говорит он. Я вообще-то по другим делам плыву.
Может, мы сможем договориться каким-то другим способом? 500 гривен это много. Что? Может быть, мы сможем друг другу быть полезными другим способом? Каким, говорит он, меряя вас взглядом? Ну, я не знаю, какой-нибудь там... Этот может работать охранником, я лекарем, а этот на кухне. Пускай как бы уже не работал в гильдии убийств, но там символ какой-нибудь, как мы с мафиози договаривались. А там особый знак рукой у них есть. Ну вот, сделай этот знак. Ну там типа там пальцами как-то они там особо делают. Типа да, вот типа того. Он смотрит на это, потом ты видишь, что он густо краснеет. И взрывается. Нет, потом снова берет себя в руки. Говорит, так вот где я вас видел. Ага. Хорошо. Тогда просто ваша помощь. В наших начинаниях нам тут нужны будут люди, которые будут следить за безопасностью, там, не знаю, ставить, снимать паруса. В общем, вас научат. Конечно, вот этого на кухню отправим, говорит он, показывая. Иначе не отправляйте. Я бы не советовал. Я могу по мачтам лазить, если надо. Да ладно. Там мачта вот так вот. И ты вспоминаешь, когда ты видишь, как он краснеет и бледнеет, что ты его видел в гильдии убийц. Заказчиком или... Нет, не заказчиком, учеником. А он знает то, что я уже там не работаю? Капитан Чедвик, кстати, он представляется. Он знает то, что... Он может знать то, что я уже там не работаю? Нет, вряд ли. Как это? Не работаю. Работал на гильдии убийц. Я представляю, что такое резюме приходит там стражем. Работал на гильдии убийц, подрабатывал там в гильдии воров, вешал людей, был палачом. Да, по нам подходит. Напоминает GTA 4. Чем? Was murdering people. Помнишь там? Ну, этот первый самый. Трейлер там был такой. Я убивал людей, воровал людей. А. Помнишь, что было тем? Нико Пилич. Ладно, ну все, поплыли. Все поплыли. Все поплыли, все поплыли. Вот отправляемся сегодня вечером. Мы бухнули, Сляж. Вы нас можете обеспечить провиантом, как бы, на это? Ну, в принципе, я не думаю, что вы трое много сидите, но вот за это я бы взял экстра, говорит он, показывая на вашего эльфа. Но он сам себя будет оплачивать. Я на диету сяду. Похудеет. Хорошо, говорим? Я думаю, еще до конца вечера... Много ли у вас вещей? Вещей немного, буквально такой минимальный багаж, все на себе. Но в обратную сторону мы, скорее всего, повезем хотя бы несколько ящиков товара. Ну, я не против там загрузиться. Ну, так как бы то, что... У меня там свои особые дела, но трюм свободен. Хоть документы у нас с собой, да и все. Я думаю, нам еще пока до вечера нужно в город сходить. Нам оружие нужно. Значит, договорились. Хотя бы минимально что-то. Да, нам бы надо пройтись бы, да, до оружейного какого-нибудь района. В тенях с этим проблем никаких нет. Закупиться оружием. Ну вот пока до отплытия, наверное, да, чем мы займемся. Что будете брать? Огнестрельного сразу предупреждаю, нет? Ну, мне лук нужен. Лук легко можешь найти за небольшие деньги, там за 100 местных долларов. Зеленый или репчатый? Да. За 100 анкморпорских долларов лук ты можешь найти. А лук хороший? Достаточно хороший. Столько вообще. А стрел сколько к нему идет? Бесконечный колчан? Нет, стрела отдельно. Стрела отдельно? Конечно. $2 за десяток. Но... Бери парочку. Возьму я лук. Что это за формулы такие дикие? За 100. Не, я записал, все нормально. Возьму я лук за 100 тогда. Бери. Стрел. Ну, 50 за 10. Да, тогда у меня... 110, это минус одна золотая. 197. 187 у меня остается. Хорошо. Кому еще что надо? Я беру две рапиры. Рапиры? Ты возьми еще два этого шампура лучше. А ты пользоваться не умеешь. Как? Я шампурами. Одно дело шампурами, другое дело то же самое. Холодное оружие. Но в принципе ты ими как шампурами-то можешь. Да. Нанизывать так. Что-то две рапиры по 200. Может, щит нужен хилером. Рапиры дорогие по 200. Тебе не хватит. Да, 400. Почему не хватит? Ну, у тебя 300 только. У меня золотые еще. А, еще золотые у нас. Золотые. Там надо... А золотые сказал, сколько? К чему это? 1000 у нас. По сотне. Вот, у меня там еще 3 золотых было. Все хватает. То есть сколько получается? 600 монет у тебя. Ну, ты тогда... 2 золотых еще осталось. Еще. 1 золотой. 2. 600 монет. 1 золотой, 100 монет. Так и 2 золотых осталось. Так 200 стоит одна рапира? Да. 200 долларов. Может это... Один золотой. Да пускай берет, что хочет. За 300 договорись.
За 300? Да, он не умеет договариваться, он хиллер. Да, я хиллер. Он хиллер, не переговорщик. Да давайте золото все, ты отдаешь, у тебя остается 200. А цвета у нас сегодня по фигуркам. Саня, какой синий? 400 долларов и 3 золотых. Мне интересно цвета. Дим, такого цвета, не помнишь, синего? Считай. Ну ты отдаешь либо монету, у тебя же было 300 долларов. Да будет, я золотые отдельно. Ты не можешь доллар отдать. Почему я не могу? Два золотых. Я и говорю, блин. Ты не можешь доллары отдать. Что за хрень? Я вообще не знаю. Два золотых осталось. Пусть это же интересно. Не знаю, какие-то минимальные, я думаю, какие-то кинжалы на мне и так есть, я думаю, ну, что-то за нет, я говорю, они изначально со мной. Ну, будем считать. Не знаю, какой-нибудь арбалет какой-то, ну, многозарядный. Сколько он будет стоить? Ну, это дорогая штука, 1500. А что-нибудь такого более... Попроще? Попроще просто маленький арбалет за 300. Ну, типа ручного такого. Ну, типа то, да. Что такого скрыть, как бы, и там... Такой, знаешь, складывающийся. Ну, да-да-да, достал по-быстрому. 300, он немного зарядный, с короткими болтами. В смысле, немного зарядный? Ну, тебе нужно каждый раз перезаряжать. А, ну, понял. Ну, беру его тогда, и там сколько там болты вообще на копейки стоят. Ну, сейчас тут где-то... Шаритесь по. Так, сколько? 300 этих и 3 этих осталось. 600, то есть монет. Сколько он? 300 монет он? У тебя было 300 и 3,80. Сколько это там болтающие копейки стоят, да? Так, чтобы копеть металлические. Бесплатно. Короче, возьми арбалет. Так же, как и стрелы. Сколько у тебя стрелы стоили? 2 за 10. За 2 – 10. 2 доллара за 10 стрел. 2 за 20. Да. Болты также, наверное. Ну, 10 долларов. Ну, за 50 болтов тебе хватит, я думаю. Где 30 болтов возьму? То есть там сколько это будет? У меня плохо с математикой, я убийц учился вообще. Сколько было 370. Примерно. Точнее, нам и не надо. И под вечер вы возвращаетесь. Покушать. В таверне. Напоследок. Ну, зашли нашу любимую таверну. Перештопанную. Еще там далеко, это 40 минут назад. Да, еще с собой там на. А? Так там 40 минут пешком было, какой далеко? Ну, сразу близко. Ну, а что далеко? Туда и сюда, полтора часа. Ну хорошо, ладно, вы возвращаетесь. Бутиков набрали. Вас сходите на корабль, и корабль по реке Анг среди ночи отправляется в плавание. Вы, скорее всего, ложитесь спать. Измотные вам выделили отдельную каюту. Мы только недавно спали. Не, мы давно уже. Нет, у вас уже ночь опять, вы целый день шлялись. Сделаем-то небольшой перерывчик. И веселя, Брамселя! И продолжим. Хорошо? Все за? Давай.